Ну вот я сейчас на данный момент разложил полностью, то есть вот такой ровно в ровный пол. Сиденье я сдвинул до конца, значит, сюда я положил сидушку, и сейчас, соответственно, буду раскрывать матрас и его надувать. А так вообще по лекалу матрас подошел прям исключительно, все прям все обводы все сделаны как положено. Матрас замечательный, накачался достаточно быстро. Вот здесь все прекрасно, все, то есть полностью спальное место. Сейчас пробуем залезть туда и, соответственно, тестировать. Ну, в общем, короче, я вам могу с полной ответственностью заявить, что матрас замечательный. Вот. Значит, я 1,85 м ростом. Спокойно здесь умещаюсь. Вот у меня еще ноги. Вот у меня еще голова. То есть я ногами еще даже носочками не достаю. Так что вот, пожалуйста, спальное место в Дастере. Вот такое спальное место получилось. Спасибо огромное Time Trial. Thank you.